Шалом, дорогие друзья! Всем доброй ночи! Рад каждому, кто смотрит мой эфир. Шалом всем полнолочникам! И, кстати говоря, вы знаете, что Рамбам в законах изучения Торы, он говорит, что несмотря на то, что заповедь изучать Тору днем и ночью, но человек получает большую часть мудрости именно ночью. Так говорит Рамбам. И поэтому, говорит Рамбам, что тот, кто хочет удостоиться короны Торы, будет осторожен каждую ночь и не потеряет даже одну из них во сне, идее, питье, разговорах и тому подобное. А только будет заниматься изучением Торы и словами мудрости по ночам. Да, имеется в виду столько, сколько может. Как только зашло солнце, вышли звезды, это уже называется в иудаизме ночь. Пусть сразу садится за изучение Торы, слова мудрости, говорить слова мудрости, да, и это самое лучшее, что мы можем заниматься, чем мы можем заниматься ночью, так что все вы, кто сейчас смотрите этот эфир, вы просто четко сейчас исполняете, мы вместе исполняем то, что говорит Рамбам, с Божьей помощью приобретем сейчас корону Торы, так что мы все большие молодцы. И мы изучаем вместе сейчас книгу, которая является пошаговым руководством по тому, как приближаться к Творцу. И книга называется «Билвави Мишкан Мивне». Ее написал Рав Итамар Шварц. «Билвави Мишкан Мивне» означает «в сердце своем построю храм». Так что давайте, дорогие друзья, строить храм приближения Творца, приближения к Творцу в сердце нашем. Сейчас второе занятие. Я на самом деле планировал дать второе занятие в понедельник, но решил, если сейчас есть время, то дам сейчас, а потом в понедельник, наверное, будет третья часть. Итак, дорогие друзья, что мы учили в прошлый раз? Во-первых, мы поняли, что каждый человек должен понять, в чем смысл его жизни. Что это? Приблизиться к Творцу. Второе, что нужно очень хотеть и стараться понять, какова воля Творца. И третье, то, что мы изучили в прошлый раз, что нам нужно понять, в чем смысл заповедей. И с какой заповеди каждому из нас нужно начать свое приближение к Всевышнему. И сейчас мы продолжаем. Так, посмотрим комментарии. Видно, слышно, good. Сергей, спасибо большое. Я чувствовал, что это так, поэтому даже не спросил, но очень хорошо, что вы написали. Итак, дорогие друзья, буду рад, кстати говоря, любым вопросам. Чем смогу, помогу. Для этого я здесь. Итак, мы продолжаем изучать книгу Рав Итамар Шварца. Решит коль, лифнейши негаш либирура дворим, царикши ерацона метилле варер это дворим. Прежде всего, перед тем, как мы приступим к объяснению вещей, нам нужно, чтобы у нас было настоящее желание разобраться в этих вещах. Царик листакеля хахаим бицуран эхуна. Нужно смотреть на вещи правильным образом. Леавин. Мама Мадейну Канбаолам, нужно понять, какое наше положение в этом мире материальном, да? Шекол Хайейну, Эйнам Элегдейла Вод Отоид Барахшмо, что вся наша жизнь для чего нам дана? Для того, чтобы мы служили Ему благословенно, Его имя Всевышнему Творцу. Да? И Веховотейну усхутейну. И наша заслуга, и наш долг. Гуши алейну леваререт коль цурата хаимкан. В том, чтобы выяснить, какой образ жизни у нас должен быть здесь, в этом мире. Весь образ жизни. Алейну леавин ули аргиш, шемакома минуха ве онек шаях леулам асахар. Ганеден. Векадуме. Нам нужно
понять и почувствовать, что место настоящего отдыха и удовольствия относится к миру воздаяния. Ганеден и так далее. Векан коль тахлитейну гула вода тоит баракшмо. И здесь, в этом мире, наша задача это служить ему благословенно его имя Всевышнему. Адварим шеану ским баенкан эмей нам районот векадуме. Те вещи, которые мы сейчас изучаем, которыми мы занимаемся здесь, это не какие-то просто идеи. Эла дерех хаим пшуток и мешмау. Это путь нашей жизни. В прямом смысле. Так, что люди пишут? Очень нужно учиться и понять, приближаться к Творцу. Да, Татьяна, совершенно правильно говорите. Не только нужно. Не только это самое главное вообще, что у нас есть в мире. Приблизиться к Творцу. Это самая главная наша работа, главная наша задача в этом мире. Так, где остановился? Цурак и цад лихьот хаим амитиим алей адамот. И нам нужно найти, как жить настоящей жизнью на земле. Хаим шимевим это адам лидея тахлита руцуя. Жизнью, которая приводит человека к желанной цели. Ништадели варер это дворим. Постараемся разъяснить вещи. Минакаля лакавед. От простого к сложному. Шлав аль-габей шлав, уровень за уровнем. Шие сулам барур ки хольше не тан. Чтобы лестница была как можно более понятна. Шенир э ленегет эйнейну улам барур. Чтобы мы увидели напротив наших глаз понятный мир. Кейцат адеха мьюседет лавод отоит баракшму. Каков установленный путь служить ему благословенно его имя Всевышнему. Итак, продолжает Рав Итамар Шварц. Им надхиль венешаль бне адам, манирело, беашкафа ришуна беэзиньян кедай венахон ли адхиль беавудат ашем. Если мы начнем и спросим людей, человека, как ему видится с первого взгляда, над каким аспектом стоит и правильно начать в служении Творцу. Майя никуда аришуна шинеретло шекидая в роли атхильба этого дат куно лефима цаву атом. Какова первая точка, которая ему видится, что стоит ему с этой точки начать служение Творцу в соответствии с его ситуацией. Аяхад яшивши нирелуши ешло халишат, халишут беатмадата Тора. Один скажет, что ему кажется, что у него есть слабость в постоянстве в изучении Торы. Улефима бато зои аникуда ришона шраюло ацмо леатхилла амоль ба улетакна. И в соответствии с его взглядом, это первая вещь, первая точка, что ему следует начать с этой точки ее исправлять, да, эту точку. Ашини яшив шелефима бато альмацаво аникудары фуяцло гила шонара. Второй скажет, что ему кажется, что самая слабая, самая такая расслабленная, скажем так, у него точка это лашонара, засловие. Гу маргиши гу ло низгар караубиш мират шо лешоно.
Он чувствует, что он недостаточно себя бережет, хранит в речи, в том, как он бережет свой язык, да? Повышам йоцим мипив дварим шеин равуй мутар леомрам. Здесь и там выходят из его уст вещи, которые неправильно и нельзя говорить. Ашлиши ашив. Третий скажет. Шелефима бато альмацаво, что в соответствии с его взглядом на себя. А никуда руяло летакна и шломбайт. Ему нужно исправить шломбайт. Это мир в семье, да? Тем более сейчас для коронавируса, для сегодняшней ситуации в мире это очень актуально. Люди сидят дома, очень нужен шломбайт. И мне кажется, что вообще Всевышний это дал человечеству. Одна из задач, почему Всевышний это дал, это для того, чтобы люди занялись лучше шломбайтом, наладили отношения в семье, потому что от отношений с женой, с мужем все начинается. Это основа. Зо никуда шиуха явлеша нотота убимира. И это точка, которую он должен исправить ее и как можно быстрее. Так, что нам пишет Елена? Шалом, Елена. Эйн ло маспик савланут. У него нет достаточно терпения для того, клапы бней абайт, по отношению к домочадцам. Уло мешатфам каравуй. Он не делится с ними, как полагается. Вело нотен лаэмет кол царки навшам каравуй. Не дает им их душевные потребности, как полагается, и так далее и тому подобное. Тимца чвот работ бен бне адам. Ты найдешь много разных ответов среди людей. И это правильный ответ, это хороший ответ. Веймкен рауй ли ашив ли кол адам, ли кол ахад, чува протит ли фима цаво. И если так, то полагается дать каждому из них индивидуальный ответ в соответствии с его ситуацией. Что ему нужно делать, как ему нужно делать, да, какова его индивидуальная точка, которую нужно изменить. В улам. Улам аэмет энена кен бемедуяк. Но истина, она не совсем такова. А какова истина? Еш некуда шерауй ле атхильба эцель кол адам кимат ло йоце мин аклаль. Есть одна точка, с которой нужно начать каждому человеку, практически без исключения. Сейчас вопросы, если есть, дорогие друзья, вопросы, буду рад. Какая это точка? С какой точки нужно начать каждому человеку? Я хочу оставить вас в напряжении, чтобы вы подумали об этом. И с Божьей помощью в следующий раз мы начнем с этой точки. С какой точки нужно начать служение Творцу каждому человеку? Спасибо всем, кто был со мной. Всем вам желаю приближаться к Творцу через радость, счастье, здоровье, сладким путем. Будьте счастливы.